Всем привет, ребята! Вы на канале Denplay, и сегодня у нас выходит новый боец в игре Brawl Stars, а именно Спраут. Он выходит ровно через минутку, ровно через 50 секунд. Я накопил не очень много боксов, 36 боксиков, плюс у меня удвоялки жетонов есть, у меня еще дофига их. У меня еще 1800 удвоений, это еще много. Ну так что сегодня откроем эти боксики, надеюсь на какого-то мифика, на любого мифика. На Макса или на Спраута. Ну, конечно же, Спраут я бы хотел больше, потому что он новый боец, как бы только вышел, и будет приятно за него играть, надеюсь. Ну, точнее, не очень приятно, потому что будут все Спрауты на карте, но нам нужно его еще выбить. Через 20 секунд обновляется магазин, обновляется карта. Чемпионат мира завтра будет, обязательно с ребятами пройду, своими сокланами, со своими друзьями в Бравле. Ой, так что ждем Спраута, ребята. Это, конечно, очень крутой боец, я думаю, но мне он не очень нравится, потому что, ну, атака у него, скажем, не очень крутая. И отлично, выходит Спраут, ребята, вышел Спраут. Забираем жетончики, подарок в магазине. И что здесь за подарок? А здесь у нас такой вот подарок. Нифига нету вообще, если честно, даже Спраута купить нельзя, что за фигня? Или это у меня только нету, я не понимаю, окей. Подарок есть у нас, есть акция, ну акция фиговая, скажем, гемасов нету в этой акции, так что акция отпадает, хоть она и недорого стоит, но все же мегаящик один, это не очень. Гаджет на Пайпер есть, автоматический прицел, нет, фигня, я хотел другой гаджет, чтобы в магазине был, у меня монет хватает. Ну что же, ребята, давайте откроем эти боксики. Не знаю, что получится нам выбить что-то сегодня или нет. Я, конечно же, надеюсь, что нам выпадет вот этот вот Спраут. Бойца можно найти в ящике. Чтобы разблокировать, открывай ящики. Хорошо, открою ящики. Первый ящик. Понятно. Второй ящик. Понятно. Третий ящик. Ясно. Понятно. Ну, я вот это вот только и думаю, что нам будут такие вот монетки выпадать. Ну, правда, дофига монеток нам выпадет. 40 монеток, даже гемасы не падают. Ну, просто фарм монеток. Это, ну, как бы, не очень круто. 69. Ну, короче, я думаю, что нам сегодня ничего не выпадет. Что-то вообще. 5 гемасов, ура. 5 гемасов, отлично. Ну, давайте, пускай хотя бы гемасы падают. 200 удвоителей жетонов. Ай-яй-яй-яй-яй, нифига нам не выпадет, ребята, сегодня. Даже ни гаджета не выпало, ну что это такое? Ну-ну уже, пожалуйста. Спасибо огромное, Supercell, за такой подарок. Прям вообще очень крутой подарок, ребята. Очень много мы сегодня с вами мификов выбили, очень много гаджетов, очень много пассивок. Прям не пересчитать, не пересчитать просто, ребята. Спасибо вам огромное, Supercell, за такие вот предоставленные мне подарки. Очень благодарен, спасибо вот за мификов мне. Ну, я, короче, расстроился, да. Мне нападали дофига монет, гемасов, но зачем мне оно надо? Блин, ну как мифического выбить? Что это за фигня? Это какая-то... Ой-ой-ой, блин, ребята. Нету теперь двух бойцов, а двух мификов. Но я буду копить боксики обратно. Где-то буду копить его... эти боксы до... Где-то месяц буду копить. И потом мы точно с вами откроем и что-то выбьем. Дофига у меня удвоители жетонов. Будем копить, ребята. Не будем расстраиваться. Ну и с вами был канал Denplay. Ладно, давайте в каточку пойдем. Шучу. Давайте на вороне сыграем. Будут спрауты или нет? Ну давайте посмотрим. Точнее, надо в ШД проверять, но окей. К сожалению, ничего не выпало, я в шоке, блин. Не до... Я хотя бы на гаджет надеялся. Я на тот мифик не надеялся, потому что, ну вы понимаете, рандом от Supercell. Что здесь говорить еще? Ну, карта, в принципе, неплохо так для ворона подходит в центре, вот здесь вот так отпугивать этих злодеев. Так, давай, давай, Эмс, хорош, наваляла. Аккуратно, мины. Что творит Биби? Чего она летает? Так, где вот тут босс сидел?
Где-то здесь Бо был. А, вон он, Бо. Блин, у меня что-то лагануло. Не, нормально, нормально. Так, отлично, отлично. Забрали. Забирай, 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 Биби. Давай ему леща. На. Все, отлично. Уходи, уходи вниз. Уходи. Помогу. Зря я помог. Не надо было помогать. Так, 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 отлично, отлично, отлично. Ой, два кристалла осталось. Аккуратно, нужно лучше сохранить эти. Куда ты? Нет, нет, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, ладно. Рискну взять один кристалл. Да, есть, на моей стороне он заспавнился. Не лезь, не лезь, брат, не лезь. Не надо вот это прыгать. Сейчас допрыгаешься. Отлично, забрал. Все, 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 хватит, хватит, ребята. Давайте назад погнали. Отлично, забрали жетончик с вами. Кстати, ребята, я совсем расстроился, но, возможно, еще не все потеряно. Завтра же чемпионат мира, и нам дадут бигбоксы. Ой, бигбоксы. Ну да, бигбоксы. Если я пройду чемпионат мира, а я его пройду, я уверен, то я получу 10 бигбоксов. Завтра тоже будет открытие, ребята. Подписывайтесь обязательно на канал, вдруг нам выпадет какой-то мифик. Мы откроем с вами бигбоксы, а обычные будем копить. Вот так вот, ребята. Ну, еще раз предлагаю сходить в захват кристаллов на Вороне. Неплохо так сыграли эту катку. Еще раз попробуем. Получится затащить или нет, не знаю. Ну, давай, иди в центр, бро. А я пойду на фланг, не знаю. Тут у нас два танка. Ну, это не очень круто для ихней команды. Сейчас мы на изи разберем этих танков. Отлично. Положил свою. Ой-ой-ой-ой-ой. Нита, блин, прискакала, дурочка. Убила и нашу... Наш гаджет. Би-гаджет, который разливает мед, по-моему. Нет, ну что же вы, ребят? Что вы так облажались? Я не понимаю, блин. Нормально все было, поздыхали, блин. Тупые. Что ты творишь, Джин, блин? Зачем ты просто под медведя, блин? Ой, елки-палки. Притягивай. А, у тебя ульты нету. Ты просрал ее, как просто последняя. Ай, блин. Ну куда ты летишь? Дебил. Боже, какой дурак. Ну что вы делаете? Зачем притягивать Эльприма? Не надо, пожалуйста, бро, не надо. Что делает Джин, боже мой? Офигеть, ну ты... Ну ты чуть-чуть ненормальный, боже, какой же крутой тиммейт у нас попался. Да все, все, хана, нет? А, да, все, хана. Отлично сыграли, Джин красавчик, просто респектосик. Коля, молодец. А чё такие низкие кубки вот этого ненормального? 530. Опа-на! Здрасте, дорогие Supercell. Предоставили мне за 350 гемов справа-то. Молодцы. Скидка прям вообще идеальная. Точнее, даже нету скидки. Молодцы просто, блин. Вау, 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 вау. Через 6 дней выходит Хорус Бо. Точнее, Богор. Но я не буду его покупать, потому что у меня уже есть скин на Бо, а именно, как его звать? Где Бо, блин? Вот он, меха, светлый Бо. Кстати, давайте в клане посмотрим, у кого уже есть. У Эндхира есть, например, Спраут уже? Нет, понятно. Так, кто тут у нас? Блин, у него уже Спраут есть, ну ё-моё. У всех уже почти Спрауты есть, блин. Почему мне так не повезло? Нету Спраута? Нету. Есть Спраут! Ну ё-моё, блин. Почему мне не выпало? Макс выпал, вот... Да ё-моё, мему что-то выпало или нет? Да, выпал Спраут, отлично. А мне нифига не выпало, отлично. Просто Суперселл ненормальная чуть-чуть. Спасибо вам огромное. Ладно, ребят, не буду бомбить. Ну, конечно же, да, я хотел справа-то, блин, но не фартануло, не повезло.
Что же, давайте прощаться, ребята. Хотела очень этого мифика. Ну или точнее, ай-яй-яй, Суперселл, какие же вы красавчики-то, а? Ой, блин, вы даже не смогли, блин, еще исправить иконку Спраута, что его, блин, плечо торчит из иконки. Ну просто респектос. Главное, за гемы пускают вот Спраута за 350 гемов, хотя бы скидку бы сделали, ну блин. Они не могут даже, блин, в фотошопе вот так вот. Ой-ой-ой, все, ребят, не буду бомбить, сейчас буду вообще уже психовать. Ну ладно, давайте, ребята, всем удачи и всем покедова, хорошего вам настроения. Но это просто что? Что за позор? Ну что это за позор? Ну это ж как бы, ну чуть-чуть ненормально. Чуть-чуть ненормально. Ой-ой-ой, ну они просто не могут так вот чуть-чуть поправить. В фотошопе это изи просто сделать. Окей, окей, все. Все, хватит, хватит, а то вы сейчас будете там писать, что я бомблю. Все, давайте, ребята, всем удачи и всем покедова. Bye.